Виктор Янукович встретился с Кан Чан Хи. Он спикер Национальной ассамблеи Республики Корея. Разговор шел о развитии торгово-экономических отношений и приоритетах в сотрудничестве Киева и Сеула. По убеждению украинского президента, развитие всестороннего сотрудничества со странами Восточной Азии – это важная составляющая внешней политики Украины. Приоритетным направлением нашего сотрудничества являются торгово-экономические отношения и, в частности, углубление инвестиционного сотрудничества. Виктор Янукович уверен, эти приоритеты будут реализовывать рабочие группы в парламентах двух государств. И подтвердил готовность Киева принять президента Республики Корея госпожу Пак Гын Хе с государственным визитом.